days go on forever. There's no place for time when you're young. Can't find the words, but we know how we feel. Could we stay longer here in the summer? In the summer. Всем привет! Давно не виделись. Я на пляже. Я рад сообщить, что студия S-Beat Life вернулась наконец с каникул. Было много путешествий, было много впечатлений, от которых приходилось долгое время отходить. Иногда подолгу, вливаться в рабочий ритм. И наконец-то я добрался до камеры, наконец-то мне захотелось снова снимать. И есть что снимать, потому что началась как будто бы маленькая новая жизнь. Всегда путешествия в Россию, они мотивируют, заряжают чем-то новым, какими-то новыми идеями. Всегда хочется начинать все заново или, по крайней мере, что-то новое. Ездил в Москву во время чемпионата мира, была потрясающая футбольная атмосфера. Мне очень понравилось то, насколько преобразился город, что Москва, что Питер. Я встретился со своими старыми друзьями, было много встреч, было много фана. Конечно, погода в Питере не очень сильно пожаловала, но это дело привычное, поэтому тут ничего нового. В Питере у меня было происшествие с моим дроном, который я решил запустить рядом с Зенит-ареной не в день игры, очень далеко от стадиона, который был перехвачен какими-то ловушками специальными ФСБшными и просто посажен на парковке у стадиона. Я не знаю, как это произошло, я не знаю, какие технологии они используют, но то, что произошло, просто мне, конечно, взорвало мозг. И в последний момент я получил связь с дроном, я решил улететь и влепился. И вот, короче, дошло дело до того, что просто нас приняли копы. Так вот, сел у нас дрон рядом с ареной, случайно. Сейчас нас отправляет милиция на пикет, посмотрим, что дальше будет. Проблема Андрюшка устроил, да? Сказал, ребята, у вас дрон сел там. В общем, только-только я вышел из ментовки, сейчас иду в бизнес-центр Atlantic City, будем снимать салют, смотреть салют алых парусов. Было путешествие в Париж, в Ниццу. Барселона просто потрясающий город, который мне просто до безумия понравился, мне даже захотелось туда переехать. Это было на самом деле настоящее открытие, потому что был я в Барселоне последний раз с родителями лет, наверное, 15, если даже не 20 назад. И, конечно, для меня Барселона показалась просто бомбическим городом с потрясающей атмосферой, архитектурой и климатом. Для меня это просто вот какой-то была золотая середина всего того, что может быть в городе, в котором хочется жить. Плюс ко всему этому еще социальная динамика, которая там прям вот на высшем уровне, прям вот какая-то золотая середина и баланс во всем. Может быть, это станет моим новым проектом на следующие 5 лет. Потом было путешествие на Ибицу, которая была в 40 минут лета от Барселоны, что делает Барселону еще более привлекательной. Потому что Ибица — это место, которое просто нереально завораживает своей атмосферой. Это топ, где надо побывать хотя бы раз в жизни. А там просто потрясающие люди, потрясающая атмосфера, клубы, музыка, пляжи. Все это просто делает нереальную атмосферу счастья. И что, друзья, я понял из путешествий, то, что на самом деле в Новой Зеландии очень хорошая инфраструктура, все, что касается общественного дорог, туалетов, парков, благоустроенности. В Новой Зеландии это все просто на высшем уровне. Я понял, что самое важное – это жить там, где ты окружен людьми, которые схожи тебе по духу и по мышлению. Потому что это залог того, что вы будете развиваться, залог того, что вы будете черпать что-то новое от людей, которые вокруг вас. Это необходимо, иначе все
все остальное не важно на самом деле. Какие бы ни были условия, климатические, экономические, все это не важно. Главное, чтобы были люди, единомышленники. Желаю всем единомышленников и развития. И увидимся в следующих выпусках. Пока.